Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня хочу сделать вам новый ритуал, который называется «Колесо сансары», то есть цикл перерождений. Есть такое направление, такое верование, что мы перерождаемся в разных воплощениях, но это вы можете читать и просвещаться в разных информационных источниках. Информации много, она вся противоречивая. Я просто не буду вас ни в чем убеждать. Вы знаете, что все мои ритуалы работают в энергоинформационном потоке. Я провожу энергию, беру из пространства. Друзья, даже если вы очень далеки от каких-то духовных практик, то вы можете просто в каждом моем ритуале получать частичку помощи от высших сил, потому что я вам даю в моих ритуалах, берите, пожалуйста, положительную, созидательную энергию, оздоравливайтесь, исцеляйтесь, улучшайте свои навыки, свои магические разные способности или свои природные способности, или очищайтесь во всех моих ритуалах. Как я вам об этом говорю, можно очиститься. Но у каждого свой путь, поэтому каждый чистит что-то свое, да? Даже продвижение по духовному пути очень нестабильная, очень много бывает проблем, и вы не знаете, куда вам идти, что с этим делать. Даже если вы ничем не занимаетесь, а просто работаете, никакой духовностью, никакой духовной практикой не занимаетесь, вам все равно нужно жить, да, и нормально жить, как вы мне об этом пишете. Но испытания и трудности у нас есть у всех по жизни. Так, мы совершенствуемся в течение жизни, пытаемся. Или кто-то уже не пытается, потому что просто зарабатывает на еду, на жизнь. И духовный путь их не интересует. Присутствуют у меня на канале разные люди. Это ваше право. Как вы развиваетесь, по какому пути вы идете, это ваше личное дело. Я вам помогаю совершенствоваться и легче пройти ваш путь. Сегодня у нас колесо сансары, я уже работаю с вами. Можете просто спать, можете слушать, смотреть, дремать, зевать. Это ваше просто, ваше тело так себя проявляет, друзья. Поэтому мы живем в мире иллюзий. Здесь, на нашей планете. Так наш называют наш мир. Ни к тому идем, ни к тому стремимся. Сейчас идет такая информация. Поэтому выбирайте каждый свой путь, конечно. Так, я отвлекаюсь, работаю с вами сейчас. Совершенствуемся. Для чего? Для того, чтобы подняться на другой уровень, продвинуться. Очень часто вы привязаны к земным проблемам, и вы больше ничего не видите. И будущее вас не интересует. Куда там полетит ваша душа? В кого она вселится, воплотится? В кого вы, как произойдет там? Будет перерождение, не будет? Вас не интересует, друзья. Вас интересует многих, не всех. Многих материальные проблемы здесь и сейчас. Но очень часто ваши материальные проблемы вам даются для того, чтобы вы задумались, по какому пути вы идете и что вы делаете. Сейчас идет такая информация, я специально не пишу сценарии своих видео. Работаю с вами. Просто в этом ритуале я вас
Знаете как, открываю дорогу для того, чтобы вы поднялись немножко, хотя бы оторвались, потому что ваши жизненные проблемы держат вас внизу, и вы не можете приземленными, и вы не можете продвинуться, скажем так, да? А кроме здесь и сейчас у нас есть еще жизнь. И дальше тоже. Вот для того, чтобы было дальше, было продолжение, нужно здесь и сейчас совершенствоваться. По-разному совершенствоваться. Вы просто продвигайтесь с моей помощью, потому что на ваших вибрациях туда не пройдешь дальше, вперед, выше, вперед, в пространство и так далее. Понятие такое. Пространство – это такое понятие растяжимое, у каждого свое понятие будущего, куда вы попытаетесь продвинуться, или вы не хотите, или вы стопорите какие-то события, да? Или вы не понимаете. Я просто вам расчищаю путь. Собираетесь вы перерождаться, воплощаться где-то, в ком-то? Или не собираетесь? Это у вас как пойдет. Сейчас я просто расчищаю вам путь дальнейший. Если вы сейчас в этом ритуале меня смотрите или вы смотрите мое видео у меня на канале, значит, ваши родственники, ваш род вас уже привел ко мне сюда. И высшие силы вас привели ко мне на мой канал. Значит, вам нужно что-то услышать, что-то увидеть, как-то подзарядиться, как-то измениться. У меня работает энергия, поэтому мы меняемся на энергетическом уровне, друзья, чтобы вы это понимали. Мы все стремимся к лучшему. Очень многие стремятся к лучшему. Чтобы у вас быстрее получалось, и чтобы вы быстрее нашли свой правильный путь. Вы часто задаете мне этот вопрос: я не знаю, куда мне идти, что мне делать. Поэтому такой ритуал.
Чистка происходит, конечно же, то, что вас не пускает вперед, должно куда-то сгореть, куда-то уйти от вас, да? Очень часто вы пишете в ритуалах: что-то от меня отошло. Ну, вы же даже чувствуете, конечно, на физическом уровне вы чувствуете освобождение. Вот я хочу вас освободить, даже если не от всего сразу, то постепенно. От того, что вас сдерживает. Может быть такое ощущение, как будто бы вы отрываетесь, и ноги легкие, как будто бы вы от земли отрываетесь нормально. Это сейчас может быть во время ритуала такое ощущение. Груз оставляете, и это то, что вам мешает идти вперед, оставляете, отрывается от вас. Вы сейчас можете где-то летать, вы можете побывать где-то в каком-то другом пространстве. Это нормально.
Так, ну, энергетика меняется, вы можете даже чувствовать. Тяжелые энергии уходят, да? Отрывается от вас такое впечатление, что что-то отрывается, какая-то тяжесть, какие-то тяжелые энергии. Можете видеть интересные картинки. Я просто раскручиваю эту спираль. Раскручиваю для вас, для того, чтобы вам усилить события, ускорить ваши жизни, да? Или продвинуть вас, сдвинуть с места, с мертвой точки, чтобы продвинуть, чтобы вы двигались дальше. Я вам просто помогаю. Может быть, ощущение, как будто бы вы в воронке, как будто бы в вихре в таком вы кружитесь, крутитесь сейчас. Тоже может быть ощущение. Но это не неприятно, это приятные, нормальные ощущения, как будто бы кружитесь в спирали в какой-то такой вот легкой, с завихрениями. Может быть, не у всех, друзья, может быть, такие ощущения, но не у всех. Даже если у вас нет каких-то там супер ощущений, это не страшно, вы все равно присутствуете у меня в ритуале, вы все равно возьмете то, что вам нужно, и то, что здесь и сейчас вы можете взять. Потому что в следующий раз вы будете смотреть по-другому. Каждый просмотр одного и того же ритуала будет по-разному. Каждый новый просмотр, новые ощущения, новые результаты. Даже если вы не увидите резких результатов, то это не значит, что ритуал не сработал. Это значит, что вы уже меняетесь, но все по-разному. Комментарии ваши читаю, пишите. По поводу консультации пишите только смс, WhatsApp, Viber, Telegram, номер телефона один и тот же. Не звоните мне, пожалуйста. Не присылайте мне, пожалуйста, поздравительные картинки, открытки. Не присылайте мне, пожалуйста, друзья. По поводу вопросов консультации пишите в WhatsApp, Viber, Telegram. И по поводу ваших проблем, ваши проблемы мы разбираем, разговариваем на консультации. По поводу ваших проблем. Мои консультации платные, друзья. Комментарии читаю. Благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья.